И последние 11 команд из центральных, заречных и вилюйских групп районов приняли участие в чемпионате республики по армрестлингу среди лиц с нарушением слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Всего 30 женщин и 44 мужчины. Соревнования по марс-рестлингу проводятся ежегодно в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни и популяризации армрестлинга. Сегодня в рамках чемпионата организовали мастер-класс. В соревнованиях я участвую постоянно. Ни один турнир не пропускаю. Занимаю призовые места на республиканских соревнованиях. Одерживала победу на спартакиаде инвалидов. Выступаю с 2014 года. Занимаюсь дзюдо и армрестлингом. Представляю команду республиканского техникума-интерната города Якутска. В моей весовой категории до 65 килограммов участвуют 8 спортсменов. Я готова показать свои способности.